Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Ты знаешь, Лен, я когда вижу готовые ансамбли, костюмы, я не могу себе отказать в очередном костюме. Костюм Стина мне нравится невероятно за счет того, что это сразу две вещи. Удобная курточка-бомбер и вот такие вот модные стильные брючки с лампасами из бархата. Добавляйте кроссовки, например, сникерсы, слипоны, и все, у вас будут уже идеальные готовые ансамбли. У вас готовое решение, вам не надо думать, что с чем собирать. Здесь две вещи стильный для вашего образа. И самое главное, что это еще мягкий, комфортный, удобный трикотаж. То есть нигде не сковывает движение. 97% натуральной вискозы. Слушай, ну я могу сказать одно, что ты вот правда ягодка сегодня. У нас такая вкусная, сочная, спелая. И, конечно же, цена, девочки, со скидкой в 1300 рублей сегодня за такой комплект. Кстати, что значит комплект? Это значит две вещи. И брюки, и вот такая удобная курточка. Куртка, бомбер, пожалуйста, по-разному можете использовать. Надеть, например, даже водолазку так, вниз. Так, ты для себя выбираешь ягодный, малиновый цвет, да? Да, далее у нас есть темно-синий, тоже интересный вариант. Посмотрите, абсолютно разные вставки из бархата. Какие больше вам нравятся цветы, розы или лилии? Ой, знаешь, вот мне очень нравится, конечно, тоже он достойный. Но, девочки, вы знаете, бывают черные, невзрачные, неинтересные, скучные. А вы посмотрите на наш черный, вы посмотрите на эти пионы, вы обратите внимание на этот перламутр и, конечно же, на бренд Олми с короной. Знаете, мне очень нравится, что у нас бренд Олми выбирает свою эмблему, символику корона. Это значит коллекция только для королевы. И, естественно, мы с вами выбираем сегодня комплект Стина от 48 до 62 размера. Свет, кстати, такой нюанс. Разные размеры бывают, да? Боимся сделать дистанционно, не примерив вот такой заказ. Лен, не надо бояться. Выбираем смело размер в размер, но выбираем по своему большему, потому что это костюм. А выгода костюма в том, что мы можем его носить как вместе готовым решением, так и отдельно. Так, ну-ка расскажи такой момент. Вот с чем лучше носить? С брюками, с джинсами, с юбками? Как ты предлагаешь? А ты знаешь, он настолько универсальный. Да? Вот сейчас я предлагаю, например, надеть с юбкой, как Аня делает, и добавляет вот такие вот комфортные стильно кроссовочки. Это многофункциональный элемент. Хочешь, надеть с джинсами. Можешь надеть прямые джинсы и добавить каблуки. Либо зауженные джинсы и надеть, например, еще слипоны или мокасины. Слушай, кстати, мне очень нравится. Но опять же, да, если вот смотри, мы выбираем комплект все-таки как комплект. Мы понимаем, что бомбер, допустим, да, такую курточку мы можем, не застегивая, расстегнуть там где-то маечку надеть. А брюки-то должны сесть, и причем посадка-то должна быть высокая, чтобы не было вот этих нюансов, да, что и белье у нас выглядывает, и поправляем мы постоянно в общественном транспорте едем, скажем. Ты знаешь, как говорится, брючки должны сидеть идеально по нашей фигуре. И вот бренд Олмис, это итальянский бренд, поэтому мы с вами говорим об итальянском качестве, конечно же, соответствует идеальной посадке по любой фигуре. Так. Будь у вас животик или пышные бедра, вот такая посадка с эластичной лентой позволяет идеально подстроиться по талии. Плюс высокая посадка, то есть выше пупочка, а это значит, когда мы присядем, нагнемся, да, будем, возможно, там домашними делами заниматься или пойдем гулять, нам будет удобно. Обрати внимание, да, вот сейчас я хочу показать, как тянется эластичная лента так вместе с тканью. Ткань не просвечивается. Слушай, они не просвечиваются, а я подумала, что это, знаете, девочки, идеально еще, если вдруг вы похудели или поправились, да, то брюки идеально, ну, садятся на вас, потому что у меня, знаешь, как-то были спортивные, и они были вот с застегивались. Да? С молнией, да. И когда я поправилась, честно, они у меня просто не застегнулись. Поэтому я вижу преимущество с эластичной лентой. Смотрите, если бы была коллекция вот на мою дочку еще, я бы и себе взяла, и дочке. Но вот как сейчас многие и заказывают, да, сразу по два комплекта, получая с подружками, допустим, бесплатную доставку. Слушай, тоже такой вопрос. У нас сегодня все блестит, сияет. А что, это бархат или велюр? Ты знаешь, это у нас крэш-бархат. Видишь, при разном преломлении света ворсинки смотрятся по-разному. Потому что они на
направлены в разную сторону. Это специальная техника, которая создает очень элегантный жемчужный отблеск. Это очень деликатно, поэтому такой блеск я рекомендую на любой возраст. Угу. И посмотри, это только по центру нашей курточки. Со спинки по рукавам у нас однотонный, плотный, вискозный материал. Причем смотри, вискоза с эластаном, и видишь, она тянется. То есть подстроится по нашим параметрам. Слушай, а скажи мне, пожалуйста, а если я сейчас, допустим, буду с жилетом таким теплым носить, да, вот этот материал, он не вытрется, поскольку, да, начнутся шашлычки, я всегда люблю модничать, и у меня такой, как пуховой жилетик, и я боюсь, что под жилетом будет вот стираться постоянно. Ты знаешь, я тебе хочу так сказать, да, Лен, у нас 21 век, вот за что я люблю современную легкую промышленность, что сейчас материалы настолько универсальны и настолько практичны, что мы не боимся надеть сверху куртку, надеть пальто, например, или тот же жилетик, да, про который ты говорила. Такая ткань не вытирается, не лоснится, и, что самое главное, не заминается. Прекрасная ткань, которая не только блестит, но еще и качественно ведет себя в носке. Это что-то невероятное. Свет, ну а почему тогда многие, вот даже у меня Иришка, я говорю: Ир, купи себе что-нибудь блестящее, яркое, интересное. Она говорит: Лена, куда я? У меня 62-й размер. Куда мне блеск еще? Ты хочешь, чтобы я еще больше стала? Вот почему многие так думают, что блеск он полнит? А, знаешь, Лен, такое действительно бывает. Вот представь, если бы наш костюм был из глянцевого блеска. У нас же блеск с тобой очень деликатный, жемчужный. Причем блеск перемешан с орнаментом цветов. Получается очень такой лаконичный вариант блеска. И обрати внимание, как располагается наш блеск. В виде лампасов по ножкам, а это значит, сразу вытягиваем наши ножки. А по центру нашей курточки получается, что именно вставка, которая вытягивает силуэт нашего, нашей фигуры. Поэтому и стройнеем сразу. Ой, девочки, звоните, заказывайте две вещи от бренда Олмис. 2499 рублей.